запишите на вот сразу. Ну, как начищенные. Заместителю председателя некоммерческой общественной организации Нальчикская городская общественная организация ветеранов. Мы с вами знакомы, да? Наша организация, 20-тысячная организация, поздравляет вас сердечно, глубоко уважаемого Владимира Антоновича. Владимир Антонович, дорогой, вот смотрите, какая прекрасная выставка. 24 года я вашу организацию. Совершенно верно. Вы не просто участник войны. Вы активный участник ветеранского движения городского округа Нальчик. Вы очень много отдали этой организации. Вы участвовали и в патриотическом воспитании молодежи, много выступали перед детьми, перед школьниками, перед молодежью. Поверьте мне, они вас помнят. Педагоги очень высоко ценят вашу эту деятельность. Вы работали в самом Совете ветеранов. Вот таких активных и деятельных, как вы, естественно, чествовать очень приятно. Очень приятно. Вы много сделали для страны, для людей, для молодежи. Поверьте, Всевышний воздает вам долгой жизнью. Мы в преддверии самого замечательного праздника. У нас был такой Натан Аронович. Вот он говорил: я много видел в жизни, у меня очень много было собственных семейных праздников, поводов для счастья, но такой эйфории, которую мы испытали в День Победы 45-го года, она никогда в моей жизни не повторилась. Никогда. Вот мы сейчас тоже в преддверии этого большого праздника. Вот дай Бог вам долго, еще долгие годы встречать этот ваш самый главный праздник. Мы вас очень любим, очень тепло к вам относимся. Мы ценим все то, что вы сделали и в Совете, и вообще в городе. Дай Бог вам здоровья, счастья. У вас такая красивая семья, чтобы они вас поддерживали. Вот эта выставка, я уже, кстати, на открытии выставки эту мысль говорила, я ее повторю. Поверьте мне, мы тоже большой вклад внесли в эту выставку, потому что мы сразу поняли, она вам даст ту нужную эмоцию, с которой вы с удовольствием будете еще долгое время жить. Ту положительную, позитивную энергию и эмоцию, которую вы еще долгие годы пронесете. Посмотрите, какой у вас замечательный стенд, да? С красавицей внучкой. Всего доброго, всего хорошего. Вот это поздравительная открытка. Это от Совета ветеранов, от администрации города Нальчика. Я думаю, что все очень тепло, да, вам прочтут ваши родные. А это, как всегда, скромный, но полезный очень подарок от Совета ветеранов. Все. Третий. Нет, третий. Вы что, сменить решили? Спасибо. Спасибо большое. Слово предоставляется председателю Кабардино-Балкарской региональной... 94 года. 5. Это минимум?
Да, это вот. 90? Это только подумайте, ребята. Да ладно. От Варшавы до Берлина прошел. Два раза ранен. Героический. Да. Вы говорите, вот. Так поэтому я вот знаю ее. Большой организации. Прям большой, солидной организации. Для поздравления вас еще хочет поздравить председатель региональной общественной организации «Семейный клуб УМКА» Красильникова Ольга Валерьевна. Вот так вот мы с вами и познакомились. А вы думали, я вас брошу? Нет. Я хочу вам представить. Слово для поздравления предоставляется внучке Владимира Антоновича Борисевич Екатерине. Я тоже как официальное лицо буду тебя сегодня поздравлять. Ну, самое главное, дедушка, это то, что Борисевичей не так много в Кабардино-Балкарской республике, а то есть только мы. И благодаря тебе с большой гордостью я могу носить эту фамилию. Меня многие здесь присутствующих людей знают не как твою внучку, но сегодня для меня большая гордость быть именно твоей внучкой и поздравить тебя. У нас с тобой есть хорошая традиция. Когда идет парад победы, я тоже со всеми ребятами иду в бессмертном полку, но я не несу никакой портрет, я иду к своему настоящему живому, который сидит там на первом ряду, всегда меня ждет, и я всегда несу ему цветы. Да, вот такой вот у меня, вот такая вот у меня традиция, поэтому тоже тебе сегодня цветочки, с днем рождения, мы тебя любим, ты для нас и нужно поступать в жизни, поэтому стих: если вы есть, будьте первыми. Если вы есть, будьте первыми, первыми, кем бы вы ни были, из песен лучшими песнями, из книг настоящими книгами. Первыми будьте и только пенными, как моря. Лучше второго художника первый моля. Спросят вас Арабелла, а кто же тогда останется? Ну а если все будут первыми, то кто пойдет в замыкающих? А вы трусливых не слушайте, вы их сдуйте, как пену. Если вы есть, будьте лучшими. Если вы есть, будьте первыми. Если вы есть, попробуйте горечь зеленых побегов. Примериваясь, потрогайте великую ношу первых. Как самое неизбежное, взвалите ее на плечи. Если вы есть, будьте первыми. Первым сложнее и легче. Отряда имени 115-й КАВ дивизии Зарудскому Олегу Валерьевичу. Дорогой Владимир Антонович, от имени войсковиков, председателя правления Нальчевского войскового отряда имени 115-й КАВ дивизии, я лично поздравляю вас с днем рождения. Мы благодарим вас за ту победу, которую вы выиграли в 45-м году, за то, что, несмотря ни на что, смогли восстановить разрушенное военно-народное хозяйство и создать все то, что есть сегодня у нас. Да и вообще спасибо вам просто за то, что вы есть. И ребята хотели поинтересоваться у вас. У вас на фронте был нож? Кто? Нож. Нож. Нож у тебя был на фронте? Нож. Нож. Не понял. Нож. На фронте у тебя был нож? Ну ты пользовался ножом? Или только пистолет и автомат? Все там было. Ну вот, значит, у нас в отряде есть такая мастерская. Все, и нож, и пистолет, и все было. Есть у нас... и гранат, все. В отряде есть такая мастерская, где мы, в общем-то, восстанавливаем артефакты времен Великой Отечественной войны перед передачей в музей. Ну иногда ребята у меня занимаются, конечно, тем, чем положено, поэтому от нас скромный подарок. Во-первых, цветы. Сказать, через 100 лет на день рождения придем. Чтобы, говорят, было чем лимон порезать, коньяк закусить. Телефон, сотовый телефон, отказывается в Екатерине.
вот на тот момент уже с конца прошлого года было именно на так, например, все мегафесты, вот у нас в течение года запланировано в этом году 3 феста, вот в том числе и фест станция Мед. Те фесты, которые набрали на историческое сохранение исторической памяти, они прорабатываются с историками, с рассказа ветерана Великой Отечественной войны. То есть они на самом деле являются... А сколько человек? Мы вас слышим. Здравствуйте. А дайте, пожалуйста, возможность демонстрировать экран. Потому что организатор у вас... И слышно, и видно. Вы нас видите? Но мы вас и видим, и слышим. Секунду, сейчас все исправим. Юбилей 60 лет, первый год человека в космос. Контейнер для запуска. Я покажу ближе к концу презентации, как он выглядит, как его активируют. Вот такие спутники отправились на орбиту 22 марта. На датчике у нас была космическая смена, мы все тут смотрели на экране. Спутники были запущены в 2018 году в городе МКС. Я думаю, есть такое управляемое видео, можно написать запуск в течение статуса МКС. Космонавт Артемьев вручную берет спутник и вот так. И дальше будет внутреннее русло. Да, это мешает. У вас очень много есть Поехали в село. Нет, а? Ну, сейчас должно быть трансляция, да, или мы ждем? Я не касался. Все, мы прошли. Мы не касались, а так. По узкой сразу проходили. Давай. Ай, красавчик. Да, да, да. Здесь, на самом деле, здесь, на самом деле, 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 на самом деле